facultății de practici în agricultură, inteligență climatică, am organizat un atelier de lucru în câmp, în două gospodării. Консервативным земледелием начал заниматься в 2008 году, с тем, что уже тогда я видел, что обработка земли не приносит никакого дохода. Земледелие с обработкой земли традиционной не приносит дохода, износ техники, много работы, люди заняты, никакой экономии нет. И, соответственно, эрозия почвы, очень у меня поля находились на склонах, и очень много было смывов после почвообработки. Поэтому, исходя из этой ситуации, я решил перейти на систему без обработки. После инициатива ваша, те, которые у вас здесь, когда мы дискутируем, гадец виним, гадец врем, авем че репета, авем тема де акаса. Chiar mă bucur, după ce am aflat eu cât să vin aici și din care colțări în Moldova, asta eu cred că e un pas foarte mare înainte. То, что сегодня мы видели, это, я считаю, что это наше будущее, земледелие консервативное. Дело в том, что при возделывании культур по этой системе есть такие мероприятия, которые способствуют увеличению плодородности почвы, что способствует увеличению и урожайности почвы, сохранение тех микроорганизмов в почве, которые именно благотворительно влияют на развитие корневой системы и в целом растений, которые дают нам экономическую выгоду и выращивание данных культур. Применение именно опытом, думаю, что мы достигнем более высоких урожаев в будущем. Опять смотрите, как это. Если бы у меня эта масса, этот травостой был месяца два назад, нет проблем. Я в прошлом году отпускал, они съедают суданку, которая замерзла. Они крестоцвет мне не едят. Они едят вику бы съели. Ну все. Фермерии au văzut pe loc, au discutat toate întrebările stringente, provocările anului 2023, greșelile făcute, au adresat o mulțime de întrebări, sunt foarte entuziasmați să observe practicile pe câmp. Я думаю, что все-таки эта система, она для молодежи, которая хочет меньше работать, хочет больше думать. Ну, как сейчас эта молодежь, она очень на «ты» с электроникой, со всеми девайсами, и не сильно хотят физически работать, то, наверное, система, консервативная система земледелия, тот же «Наутил», она будет намного удобней для молодых специалистов.